Привет, друзья! Парочку анекдотов у нас. Первый анекдот у нас от Юрика. Короче, арабский шейх приехал в Москву. Ну, едет на машине, так остановились, что-то. Он сидит, смотрит так. И понравилась ему женщина, которая в очереди стояла. Такая длинная очередь за продуктами стоит. Он такой помощнику: слышь, говорит, сходи, скажи, что она не понравилась. Помощник подходит такой: сударыня, говорит, вы понравились очень арабскому шейху. Поехали с нами. Будете у него в гареме, любимой женой. Будете жить как в раю. Наша посмотрела такая девушка на него презрительно. Да пошел ты нахер со своим шейхом. Не хватало мне еще в очереди за писей стоять. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.